Всем привет, с вами Пушистый Биткоин, и я приветствую вас на своем YouTube-канале. Недавно я записывала для вас видеообзор на проект Mark Space, и свой сегодняшний обзор я также хочу посвятить этому проекту и сказать, что сейчас длится последний раунд, то есть у вас есть последний шанс для того, чтобы приобрести токены. До окончания последнего раунда остается всего лишь 4 дня. В эфире собрано 8000, и в биткоинах собрано 204 биткоина. Если у вас еще остались какие-либо сомнения, то в разделе «Документы» вы можете ознакомиться с правилами по продаже токенов, условия продажи токенов. Здесь все подробно описано на целых 24 страницы, так что если вы сомневаетесь, то читайте, ознакомьтесь, я думаю, после этого сомнений у вас не возникнет. И также, конечно, если вы еще не знакомы с White Paper, то рекомендую вам также его прочитать, тем более, что он есть на русском языке, что очень удобно, и никаких трудностей с ознакомлением ни у кого не должно возникнуть. А сейчас я предлагаю немного освежить память и вспомнить, чем же занимается Mark Space, что это за проект и какова его идея. Итак, это интернет следующего поколения, то есть платформа с открытым исходным кодом для создания 3D-VR совместимых онлайн-пространств, сайтов и объектов на базе технологии блокчейн. Современный мир знаком с виртуальной реальностью уже довольно давно, но она до сих пор не приобрела массового распространения в связи со слабыми техническими характеристиками аппаратного обеспечения и сложностью и ограниченностью генерации VR-контента. Но сейчас уже все изменилось, и современные разработчики уже выпускают на рынок действительно качественные продукты. Персональные устройства сотен миллионов пользователей стали в 1000 раз мощнее. Но все-таки пользователи все равно продолжают сталкиваться с такими проблемами, как производство 3D-VR-контента. Им занимаются специализированные и дорогостоящие разработчики, которых не так, в принципе, много, и для потребления этого контента требуется специально часто дорогое оборудование. То есть для пользования 3D-VR-контентом требуется скачивать дополнительные специальные программы, приложения, клиенты и запускать их на мощном оборудовании. Решение таких проблем и планирует как раз-таки заняться Mark Space. Это у нас первая в мире платформа по созданию 3D-VR совместимых сайтов, как я уже говорила. И кроме того, это еще и одноименный проект, в котором все эти сайты собраны вместе. Mark Space – это альтернативная реальность, которая доступна в любом браузере без предустановки и без регистрации. Это мир, в котором есть все – магазины, офисы, банки, кинотеатры, клубы, выставки, игры, сообщества по интересам и личные пространства пользователей. Предназначение, функционал и внешний вид сайтов ограничен только лишь воображением владельца сайта. И, кстати, доступна уже демо-версия платформы, с которой вы также можете ознакомиться. Вот здесь все, я думаю, каждый сам посмотрит. В принципе, довольно-таки неплохо сделано. В общем, ознакомиться, я думаю, каждый сам для себя. Ссылка на демо-версию находится прямо на официальном сайте. Ну и что касается, несомненно, токенов. Токены будут использоваться для всех транзакций во всех пространствах Mark Space, даже если пользователь производит оплату фиатными валютами. Целью проекта является создать как можно больше экономических взаимодействий. Mark Space моделирован по образу и подобию реального мира, и его экономика похожа с реальной экономикой. Пользователям будет предоставлена возможность покупать и продавать как физические товары и услуги, так и виртуальные. Виртуальные магазины и офисы смогут нанимать сотрудников из реального мира и оплачивать их работу токенами. В нашем проекте токены Mark Space можно будет потратить на создание личных пространств, их заполнение и настройку, а заработать их пользователи смогут благодаря внутренней рекламной сети. Аватары будут выглядеть как реальные люди, и также они будут иметь возможность общаться друг с другом через чат или посредством голосовой связи, то есть P2P-связь, и носить виртуальную копию одежды, которую вы можете найти в магазинах реальных товаров. И кроме того, сейчас разрабатывается микродвижение и эмоции для этих аватаров. То есть уже здесь можно посмотреть, что в принципе они практически не отличаются от реальных людей.
мы сможем использовать эти аватары для встречи с друзьями и общения с ними или взаимодействия с компаниями электронной коммерции или виртуальными офисами реальных компаний и сообществами, которые, в свою очередь, также смогут нанимать местных носителей языка для обслуживания своих клиентов при помощи аватаров. Продажа токенов началась еще 23 января, и вот уже 28 февраля будет окончание продажи токенов. Хардкап составляет 35 миллионов долларов. На пресейле было успешно собрано 5 миллионов долларов. Это мы с вами просмотрели OnePage. Он также доступен в разделе «Документы». Здесь вообще много разделов, и в каждом разделе описывается отдельная часть проекта. То есть, я думаю, с этим уже многие успели ознакомиться. Кто еще не знаком, то сайт тоже можно пролистать. Сайт также доступен на нескольких языках, что, опять же, сделано для удобства пользователей. В общем, у вас еще остается 4 дня для того, чтобы приобрести токены на этапе ICO, и для этого вам необходимо перейти по данной ссылке «Купить токены», и вам откроется такая форма для регистрации. Здесь также все доступно на различных языках. Заполняете ее, создаете учетную запись, и, в принципе, на этом все. Ничего сложного нет. Если вам понравился мой видеообзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять свои комментарии. И также я напоминаю вам, что все ваши инвестиции происходят лишь на ваше усмотрение, решает каждый для себя. Я желаю всем удачи и хороших заработков, до новых встреч!